Безусловно, мы понимаем, что предлагаемые поправки в конституцию нашей страны выведут ее на новый качественный уровень конституционного и политического развития. Для нас очень важной представляется поправка, касающаяся поддержки гражданского общества и волонтерства в нашей стране. Ведь мы прекрасно понимаем, что сегодня волонтеры стали неотъемлемой частью жизни нашего общества. Они выполняют очень важную и серьезную роль. Это мы видим в стенах нашего Крымского федерального университета. Это мы видим на примере таких волонтерских движений, как волонтеры победы, волонтеры медики, которые также представлены у нас в стенах Крымского федерального университета. Сегодня волонтерство нуждается в поддержке государства в особом внимании, как и другие институты гражданского общества, и предлагаемые поправки, конечно, в этом смысле делают очень серьезный акцент на поддержку такого движения и таких организаций. Поэтому мы надеемся, что после принятия поправок в Конституцию нашей страны общественные организации, гражданское общество заживет в этом смысле с точки зрения нового витка своего развития.